И всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня будет Dead Run. Сегодня со мной Даниил. Я вот так вот облизывать тебя буду, вот так. И колбаска-босс Игорь, да? А.К.А. Флеймо. Ну что, пацаны, вы готовы? Вы готовы к этому? Не, давай все по-новому, все хуйня, давай по-новому. Кто не знает, расскажу коротко правила. Пацаны будут бежать вот тут вот, я буду нажимать на кнопочки, короче, они, это типа ловушки, видите, тут бам, все взорвалось. Короче, по ходу ролика вы все поймете. Все, мы, значит, будем сейчас начинать. Так, ну что, пацаны? Ну что, пацаны, вы готовы? Давай, смотри. Опа, с один. Ладно, ладно. А как здесь пройти? Так, ну что, пацаны, здесь пацаны? Она взрыв... Да, возможно, она тут взрыва, ага. А Данюк, знаешь, чисто вот так ждет момент. Почему нет? Так, ну, кто из вас смелый? Кто из вас смелый? Ой, в смысле? Хорош. А что здесь дальше? Так. А, лол, тут всего лишь одна была. Блять, нет. Вот он, профессионал. Бонни-копы. Давай, мэн. В смысле ты не умер? Вот тут, честно, я хз, что тут. Я вот смотрел перед началом, я не понял, что это. Она жестко раскручивает, нет? Я не знаю, у меня вы не подыхаете. Сколько у вас КП у каждого? Маслину кто-то слоил. Давай, топи за меня, давай, жестко про. А, у тебя 7 хп, фак. Давай, мэн, это последний, это последняя, мэн. Блин, его в центр выпрыгни. Так там сразу там огонь и. Огонь, вода. Сразу все просто. У тебя 5 секунд осталось, 4, 3, 2. Не, ну пацаны. Первый раз, для первого раза вы почти, ну, вы дошли до финала. Просто тебе повезло, я умер тупо, я просто баню купить не умею. Давайте, пацаны, кто из вас смелый? Я так прыгнул хорошо. Давай, Данил, теперь твоя очередь. Давай, газуй, родной, газуй. А я не нажал. Сразу беги резко, а блин, нельзя резко в парк. Изи, мэн. Оу, щит, мэн. Оу, все, мы сейчас пройдем, я тебе отвечаю. Ну пока вообще я вас не чувствую. Доски меняются, которые. Да, доски меняются. Нет, я выбираю какую. Опа! В смысле? Бля, ну ты умер тупо. Что это такое? Пацаны, ну вообще не чувствую. Не чувствую вас вообще. А как он выживал? Забайтил. Тихо. Подожди, эта штука. А, все, найс. Давай. Давай. Он не взрывает ее. Жик, ты пожертвовал собой, спасибо. Ай, хорош. Ну тут чисто как фортанет вот тут на самом деле, потому что тут, насколько я помню, огонь. Пробегай, тупо пробегай. На центр. Погоди, нужно как-то разбонихопиться, погоди. Блять. Ты еще туда вернись. Зажми этот. Ай, хорош, ладно. Пробил, зажми. Да ну. Да ну нахуй! Я понял, походу, за что он отвечает. Да, мэн. Не, хорош. Первый победитель у нас сегодня это Игорь. А, нет, ты меня взрываешь, нет. Ну что, пацаны, теперь у нас Игорь будет нажимать на кнопочку. Разминочку уберите, я вас сейчас, пацаны, уделаю. Так, окей. Все, Данек, ты готов? Соберись с мыслями. Соберись с мыслями, Данек. Если мы сейчас просто не разнесем его, мы лохи полные. Просто и сразу вот так. Опа.
Вот это, бать, ловушка реально жесткая. Я реально поверил. Надо распрыгаться. Я реально поверил, погоди. Погоди, я реально поверил. Я реально поверил. Подожди, я не понимаю, как тут... Найс, минус один, пошел, следующий. Жми прапор. Во, я про этот байт и говорил. А, тут три штуки, тут те... там технологии в том, что там три штуки. Я понял. Да, да, мэн. Я не знал, я думал, там типа одну нажимаешь, и она рандомно. О, сейчас Данюк распрыгается. Хорош! А чё он не сгорел до конца? Потому что я поздно нажал. Он сейчас первый раз пройдет, будет смешно. Это будет жестко, да. Это будет реально жестко. Пацанчик, к успеху шел, не повезло, не фартануло. Ай-яй-яй. Не фартануло, не твой день сегодня, давай там, купайся в воде, там нормально. О, пацаны уже застопились, нормальная тема, стабильно. Стабильно. Полетели? Стабильно. Надо как-то запайтить. Стабильно. Нажми на кнопку. Стабильно, пацаны. Хорош. Хорош. Случайно, реально. Вот честно, случайно, пацаны. На, пошел. Я думал, следующий. Не, ну я вообще, ну, пацаны. Хорош. Это очень хорошо. Я также думал, что можно. Не, ну тут вообще считай, тут можно просто процент, просто пробежать. Ой, хорош. Не, вот это я тупанул, я думал, попрыгает, а я, ну, не попрыгал, ну ладно. Не, пацанчик сейчас на этом левеле сольется, либо на следующем чекайте. Давай. И ему распрыжка не поможет, реально. Нет, тут да, тут я с тобой согласен, тут лучше на своем скилле проходить. Следующий, все, пацанчик. Нормально прыгает. Давай, Танёк, это тебе лучший просто мэн, ты паркур. Вот тут тебе надо об центр приземлиться и сразу прыгнуть. Тут тебе надо бешеная просто распрыжка. Ну, а тут места мало. Ну да. Еще она сбивается, короче. Да ёшкин кот. Давай. Ну я нет, ну он прям красиво. Не сегодня, пацаны, не давайте это связь, я говорю. Ну что, пацаны? Возможно, даже либо все, либо ничего, пацаны. Либо все, либо ничего. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно. Хорошо. Это было больно. Не-не-не, пацаны. Не-не-не. Играешь с огнем, короче. Не-не-не, пацаны, не-не-не. Подожди, надо как-то. Тут негде в натуре, где распрыгаться, просто негде. Да, Данёк! Оу, сори. Да, ну ты травишь? Хорош. Данёк, тебе... Нормально. Теперь за мной надо следить. Фух. Интересный выбор. Байте. Да нет. Я ж не такой, как ты. Да ну! Тима сделал. Прочитал, да. Если бы ты не рестартнул, я бы реально дошел. Ну что? Не, ну у тебя в натуре яйца просто стальные. Стой, не мешай друг другу, чтоб не стопились, уже отходить, понял, типа? Угу. Оп. Тихо, давай я отойду. Не-не-не, это с бочкой трудно. Бочка тяжело, да. О, хорошо. Хорошо, 3 хп у меня. Это хорошо, говорю, у меня 3 хп. Ну тут на 100% один пройдет. Хорош. Это был байт. Это хорошо. Так, вот здесь я умру реально, сразу же, моменталочку. Я пошел распрыжку сделаю. Я хочу все-таки. Ты там аккуратней, пожалуйста. А как они крутятся? Только вот те передние, я так понимаю, или что? Ну, он нажимает на кнопку и получается... Во, она меняет. Все, я понял. Нормально. Вот тут вообще, вот тут реально тяжело. А, ну... Не, ну ты в натуре лох, да. Почему? Чисто дал пацанам пройти спокойно, не напрягаться.
А, ну тут, тут мы... Ну, короче, топ-1. Давай, убивай его. Издевайся над ним жестко. И можно как-нибудь танцевать из Fortnite, знаешь? Давай еще раз, Данек. Дадим тебе шансы. Нет, это я вам дам шанс. Либо ты реально. Его тут вообще на изи забайтить. Короче, кто не рискует, тот не пьет шампанское, пацаны. Я почти добежал. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Опа! Не будем ему говорить, сколько у тебя КП. Так. Ауч. Как? Гейбой, просто. Я думаю, я допрыгну. Что? Третий раз. Давай. Смотри, смотри, как правильно сейчас, смотри. О-о-о-о-о-о-о! На грани, мэн. Я тебе говорю. Смотри, да. Оп. Опа, видел. Оп. Я еще и живой, чел. Не, ну ты в натуре лох. Че? Хорош, ты пропрыгал, да? Да. Хорош. Я тоже живу, подожди. Я пропрыгал. Нет, Армен, я тупой. Нет, ты давай, нет. Давай, ты должен, давай, я в тебя верю, это легко. Нет, я лох. Ты слишком далеко, далеко прыгнул. Ну это хорошая была попытка, хорошая. Это хорошая. Чуть-чуть да. Вообще не хватило. Ладно, полетели. Все, еще последний раунд? Домой. Домой. Посмотри. И главное, его эмоции. У него ноль эмоций. Не, вот мина вот это. Ой, извиняюсь. Ну все, я сейчас умру, сейчас. Реально взорвут. Не, нормально, сколько у тебя? А, у нас нормальный хп. Да, нормально. Ой-ой-ой. Хорошечно, Данек. Домой. Хорош, забайтила. Танёк, вообще не чувствуем тебя просто. Да ладно, бывает. Нет! О, вы просто на ролике увидите, я там просто на вот на сопле подпрыгнул. Стой, тихо. Оп. О, забайтил я забайтил, ну, Игорь. Все, ты прошел, хорош. Это второй топ-1. У меня два было, у тебя будет. У тебя тоже второй. Да, мэн. Мэн. Бегает. Радостный такой. Но не надолго радостный. Ну вот на такой хорошей ноте мы закончим этот ролик. С вами был Игорь, Даня. Я был, конечно же, Никита, меня зовут. Вот посмотрите, вот это что произошло с ним. ГГ. Короче, будем считать, что это ГГ. Все, до новых встреч, ребят. Всем пока.